И большое удовольствие для публики сегодня. Все-таки я специально пересматривал этот фильм, сделанный совсем необычно, по песню «Поэт». И вы знаете, сразу вспоминался фильм другой, недавний. Вы все его знаете, не хочу даже, так сказать, говорить о нем вслух, на который я написал статью «Поминальное чтиво» в свое время. И, так сказать, она была опубликована. И такая разница, как между, примерно, заилистой рекой, вот такой, с бросами, с глянцевым, но нефтяным пятном и чистым родником. Так что огромное вам спасибо, Бархан Сергеевич, что то, что пришли, и то, что вы делаете. Спасибо. Этот долг, это не просто крест и невысокие слова, это свой долг, нравственный долг, который эти люди выполняют. И наш замечательный философ Иван Ильин сказал один раз, что искусство – это не промысел, приспособленный к внешним условиям, к спросу и заказу. Это нравственное служение, ориентированное на духовные потребности, на внутренние звезды. И вот этим служением все, я хочу призвать молодых поэтов, потому что не надо забывать, что это, кроме всего приятного, что это дает, это основано должно быть на служении, на игле служения, только не надо хихикать, на стержне. А это всегда остро и часто, и очень часто неприятно. И одним из таких людей является, к сожалению, он не смог приехать, он мне сегодня позвонил, не смог он из Ленинграда приехать, потому что они готовят фестиваль, посвященный памяти Есенина на Елагинском острове. Этот человек должен был получать сегодня памятный приз и диплом в номинации «Честь и достоинство. Заслужение русской поэзии». Член Союза журналистов, я хочу его хотя бы объявить сегодня. Член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, поэт, прозаик, журналист Скворцов Владимир Степанович, который поднял и основанные ранее, но потом, так сказать, упавшие в руины, и восстановил журнал «Невский альманах», очень интересный и очень значимый во всем северо-западном регионе, где он сейчас и трудится, и служит главным редактором. Так что, если можно, заочные аплодисменты. Спасибо.